Разговор о сельском хозяйстве начался в поле. Тут самое интересное. СПК-гигант проводит эксперименты с семенами на обычном поле. Подопытными выступили озимый рапс, тритикали, многолетние травы. Риски есть, но в итоге результат положительный. Это одно из ведущих сельхозпредприятий в области семеноводства. Это, наверное, традиции, большой опыт работы, ну и качество семенного материала в целом, которое производится в данном хозяйстве, которое востребовано, где соблюдаются максимально технологии и получают довольно высокие результаты. Задача, которую поставил президент, переход на отечественные семена выполняется. Несмотря на то, что скорость и востребованность на рынке диктуют свои условия, хозяйство успешно справляется с реалиями, покрывает свои потребности и реализует по республике. На базе СПК-гигант, который занимается основное направление этого семеноводческое, которое позволяет Бобруйскому району в целом обеспечивать себя семенами собственного производства. Хозяйство выращивает широкий спектр многолетних трав – тимофеевка, рейгроз, овсянница. Акцент на белорусскую селекцию, которая уже хорошо зарекомендовала себя на земле. На сегодняшний момент в республике высевается более 70% отечественными семенами, семенами отечественной селекции. А такие культуры, как озимая рожь, овес – больше 90%. То есть мы в полной мере обеспечены своими семенами. Главный герой полей – картошка. По статистике в год каждый белорус в среднем съедает 183 килограмма, то есть полкило в день. По этому показателю мы первые в мире. Картофель представлен на этом поле и посажен белорусскими сортами. Это элита бриз наш белорусский. Продолжаем эту традицию получать. То, что нашим людям любимо, качественно, и то, что люди наши ценят. Сразу с полей на заседание. Лейтмотив – особенности эксперимента, презентация отечественных новинок в области семеноводства, решение проблемных вопросов. Залог успеха и качества – эффективная селекция и строгое следование технологиям. Юлия Вернер, Никита Швайковский, Максим Калинин. Бобруйск, 360.